Ну вот такого мы точно не ожидали. Семья Безбородовых впервые увидела свое новое и такое долгожданное жилье. Сдерживать эмоции было трудно. Всю жизнь они ютились в маленькой квартирке в старом доме номер 5 по улице Институт. Старая квартира попала под снос. Жилье ветхое. И вот нам дали такое. Мы, конечно, такого не ожидали. Очень нравится, очень все прекрасно сделано. Все красиво, нам замечательная квартира. Хороший муниципальный ремонт. Есть все необходимое для проживания. Электроплита, ванная, сантехника. Маленькая Вера в восторге от балкона в своей комнате, а бабушка от просторной кухни. А здесь, пожалуйста, можно свадьбу гулять. И стол большой поставить. Да, вот все можем сразу сесть за одним столом, а то по очереди кушаем. Ключи от новых квартир им вручил глава муниципалитета Андрей Иванов и поздравил Новоселов. Я хочу пожелать вам долгих-долгих счастливых лет в новых квартирах, чтобы они действительно по-настоящему стали для вас родным и уютным домом. И чтобы новая квартира – это новая страница, это новый этап вашей жизни, который приносил вам только радость, счастье и благополучие. Для этого администрация округа совместно с органами прокуратуры сделали все возможное. Судьба жилого комплекса в Малых Веземах была непростой. Сейчас переселение проходит через приобретение жилых помещений в доме в муниципальную собственность. В прошлом, 2022 году, мы все-таки на межведомственной комиссии признали дом 5 аварийным и подлежащим расселению. И вот сегодня как раз первые 13 квартир, это 28 жильцов, получили ключи в новостройке микрорайона Высокие Жаворонки. Всего предусмотрено расселение 61 семьи, это 175 человек. 5 собственников решили получить выкупную стоимость жилья и уже получили свои денежные выплаты. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».